Всем привет! Это Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем Uncharted Drake. Судьба Дрейка, точнее не судьба Дрейка, а Среди воров называется игра. И мы идем, это глава Высоко в горах. Ага. Опачки, чуть я не упал, давай покажи, что ты нам хотел показать. Братья, здесь нам не перебраться. Что там у тебя? Что? По-тибетски мы нифига не понимаем, но нас этот вот человек, Тензин, ведет и хочет что-то показать. Это совершенно невозможно. О, получилось класс. Отлично. Доверим жизнь полусгнившей веревке. Буду прыгать. Все получилось, ладно. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Ну, пошли. Что-то прям он такое прям хочет показать. Удивительное. Молодец. Читаешь мои мысли. О, черт. Не застрять бы еще тут, а? Эй, чувак, я только поел. Давай-давай, шевели чешками, показывай быстрее, где это место. И что там, прыгнуть надо, что ли? Не, я не буду прыгать, ты чё? Не, а, вот, может, спустись, пошли за мной, я тут больше даже тебя знаю. Это что, волк там, что ли? Но тут же пусто. Шефер говорил про другое место. Хочешь пойти туда? А если укусят? Но он вообще ничего не боится, блин. Специально крючки тут понаоставляли, смотри. Оп. Да я за тебя зацеплюсь. Ну куда ты? Подожди. Оп. Не, я тоже нормально прыгаю, да? Давай идем. Здесь уже кто-то был. Веревка есть. Чая, подожди меня. Куда ты потащился там быстро? Жди. Я приду за тобой сейчас. Ты куда делся-то? А, вот он. Эй! Не, ну как, спешка-то нам нужна, чё, почему бы и нет? Вау! Ой, ой-ой-ой! Хорошо, что я успел там зацепиться, хоть что-то, какой-то уступ опять был. Опять волки. Отлично. Три волчары, смотри, чё, а? А, вот что? Он мне чё хочет показать. Трупешник. Что ты нашел? Роди Шефер Гимиим Батаче. Он умер очень давно. Э, да-да. Держи бумажку. Камень Чинтамани. Это один из людей Шефера. Ой-ой-ой, валим, быстрей, быстрей. Нифига ты меня привел, блин. А если мы улетели бы вниз туда? Чё, куда теперь? Я поищу выход, давай. Ты сиди пока тут. Тензин, давай. Идем, 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 идем сюда, быстрей. Давай, я подсажу. Могу? Не кирая, что? Я, Таинда. Я все равно тебя не понимаю. То есть сначала я? А, он хочет, чтобы я залез первый, да? Чтобы меня волки сожрали. Если что, он целый останется. Не, братан, нету тут никого, никаких волков, так что лезь. Ты где тут? А чё ты? И все, ты меня посадил сюда, и все, и ушел. Как минимум несправедливо, чувак, ты чё? А я куда должен прыгать-то? Так, ну по виду, вроде можно вот тут зацепиться, попробуем. Да, хорошо, ладно, хоть здесь зацепился. А дальше?
А дальше-то куда, ребята? Повис, и все, руки мерзнут. Что делать? Не, это не серьезно. Не, я могу, конечно, прыгануть вон туда. Но он не прыгает. А, вот. Я думал, нельзя будет зацепиться за этот. За этот выступ. Не, ну получилось. Куда, куда? Ой, ладно. Я даже не видел, куда прыгал. Ладно, пойдем дальше. Вроде нормально получается. А тот чувак куда ушел-то, я не пойму. Эй, Танзин, Танзин, или как тебя там зовут? Ты где? Но... А, вот можно. Что-то блестит. Сокровище. Охотник за сокровищами. Стажера. Смотреть. Давай осмотрим. Бронзовая статуя Чинризига. Чинризига. Пойдет. Но дальше... Ай, нет, 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 нет. Я так и думал, что туда он не зацепится никуда. Нам туда не надо. Аккуратно, аккуратно. Без выкрутасов излишних. Хорош, ты чё, давай цепляйся как следует. И что, ну аж с веревкой что-то здесь сделать можно, а? Так. Не, ну я пока не вижу выхода, куда можно двинуть. Ну давай спустимся, ладно. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, ты так развернись, иначе мы улетим опять. Здесь нигде зацепиться там нельзя. А, вот, может вот здесь? Допрыгну я до туда? Не, наверное, не допрыгну. Наверное, не... Ну вот сюда вот я имею в виду. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Давай, раз, два, три, попрыгали. Нет, это высоко. Это для него высоко. Ну куда, я тогда не знаю. Надо сейчас еще пробовать. Но почему-то нам нас хотят туда направить. А, вон, по веревкам, да, зацепиться можно где-то, вон там. Ну, что-то не было активировать ничего. Ладно, сейчас посмотрим. Может, я что-то пропустил. Ай, да что ты делаешь-то, а? Опять вниз улетел. Давай еще раз. Все аккуратненько. Оп, и пополз. Вот. Можешь же, когда захочешь. Ап. Давай, залезай. Вот здесь что-то надо сделать. А, вот, он всего лишь за веревку должен был зацепиться. Дальше что? А, ну и все. Здесь вот как раз можно нормально дальше идти. Вот затуп был, да? Ну, бывает, ребят, иногда такая штука. Так, вот на ту веревку. Не, вот здесь зацепится. Подожди, я думал, там есть уступ. Нет, нифига. Опять отсюда. Так. Главное, осторожно. Ничего, никуда не прыгать там, где не знаешь. Как это делаю я сейчас, да? Поэтому... Осматриваемся, все на предмет того осматриваем, чтобы где зацепиться и куда дальше пойти. Вот, почему я там не смог пройти, не знаю. Сейчас узнаем, вот сюда прыгнем. И... А, вон он стоит. Эй, помоги, чувак, ты чё там? Куда я, по-твоему, должен деться-то, а? Вот он задал мне задачку. Ну туда, наверное, на веревку буду пробовать. Раз такие дела. Погнали. Оп, точно, да. Все, всего лишь сюда надо было прыгнуть. Ага. Ну здесь вниз. Стоп, держись, куда ты?
Аккуратно осмотрись, что дальше будет. Куда? Вот сюда перепрыгнем. Там вниз уже. Ну, наверное, сюда. Давай прыгаем. Раз, два, три. Хорошо. Вот уже до чувака добрались. А мне нельзя было просто с ним идти, вот как он шел. Нафига я туда лез? Он мне сказал, типа, ты дурачок, я мог пройти нормально, да? Давай, я поймаю тебя. А прикинь, сейчас бы не поймал, и все. Ну вот, с тебя причитается. Как-то странно вообще, можно было вместе пройти, вот, и все. А, вот, теперь он будет веревкой своей пускать. Давай, где там крючок? Вот, крючок. Сейчас мы вон туда перепрыгнем. И вот туда куда-то уйдем. Так, жди меня. Оп! Уай! Почему он допрыгнул, я не допрыгнул? Как так-то, а? Что, веревка болтается. Давай, раскачаемся получше. Оп! Вот, ай-яй-яй, держи меня, теперь ты мне дай руку, ты чё? Я тебя спасал, когда надо было. Ты меня сейчас чуть не угробил. Фу. Ладно. Все будет нормуль. Главное, не дрейф, чувак. Идем вместе, сделаем это. А это еще что? Осторожно, тут, кстати, волчары были, помнишь, да? Да, красиво, конечно, тут в пещере в этой. Но нам на красоту смотреть не... Подожди, как ты так уже быстро тут оказался? Чтоб я сдох. Ты еще надо? Кто это был? Коре. А что с волками-то? На кугуме. Кипчан ты седан. Шена цаву реша. Да, пошли. Ты так цен я бумаре. Кто-то до нас уже тут разобрался, ничего себе. Ну мы же вот только ходили, они здесь бегали. Так. Ну давай, попрыгал я. Хочешь, пошли за мной. Темно, ничего не видно, блин, хоть фонарик включить. Куда дальше? Оп. А, ну все, вон мы пришли. Давай за мной, братан, мы уже наверху, смотри. Ой-ой-ой, это кто такой? Я испугался вообще. А это что? Я даже не понял, что это за животное там было. Ты горе. Ты я умаре. Ладно, жди меня здесь. Здесь. Сача дела тонге есаре. Теперь здесь будем пробираться, вон сколько всего. Так, куда? Куда? Подожди. Наверное, вниз, да? Пошли вниз. Будем искать, где тут забираться. Так, вон там лестница какая-то, надо туда, наверное, залезть. Чё-то мне это все не нравится, как-то подозрительно. Подозрительно там кто-то это прорычал, волк какой-то или что, животное какое-то непонятное. Так, а что мне делать-то, куда лезть? Здесь где-нибудь зацепится, нет? Здесь не цепляется. Неужели там у чувака наверху где-то? А, вон, подожди, вот тут мы не ходили. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть меня не накрыло, а? Ну
Нифига себе, река еще тут бежит. Давай покупаемся чуть-чуть, а? Правда, она по щиколотку. Ладно, давай пошли по реке. И куда? Мне вниз, что ли? Нифига себе. Не, вниз не пойду, пойду сюда. А толку, что сюда пришел? Никакого. Так. О, нет, есть толк. Смотри, сокровища дали. Барабан из черепа. Это хорошо, сокровища нам пригодятся. Стоп, а если куда-то ползти вдруг надо? Ну-ка, осмотрись. Так, там тот чувак уже стоит вон здесь. Ну, попробую. Я не знаю просто, куда идти здесь. Давай искать. Потому что Нейтан тоже нифига не знает. Ну, давай к чуваку вернемся обратно. А, не вернуться, все. Ну-ка, вот здесь, если наверх. Да, вот тут. По-любому что-нибудь будет сейчас. Оп. А, вот, вот сюда можно зацепиться, нет? Давай цепляйся. Во. Я уже вообще высоко залез. Так, поэтому надо аккуратно здесь прыгать. Чтобы вниз не свалиться. А тут как? О, еще сокровище. Ничего себе, как тут рыбно. Давай посмотрим. Серебряная шкатулка для иголок. Пойдет. Пойдет. Все собираем, все нужное. А, вон трупешник лежит, смотри. Эй, Шефер передает привет. Будем надеяться, он заряжен. Пистолет нашли, ура. Парабеллум. И что, вот это может... А, вон он стоит. А, наверх. Наверх надо как-то. И как? Цепляйся давай. Ну. Че тебе это надо-то, а? Слышь, братан, залезь там с лесенку, спусти мне, а? Ну давай стрельнем, может быть здесь лед расколется. А в принципе-то че с пистолета-то можно лед расколоть? Как я... Я думаю, можно. Во, точно, все нормально. Джек! А, вот этот зверь какой-то. Нифига себе, он здоровый. Кто это вообще? Надо спасти. Тензина надо спасти. На. Зверюга, ты посмотри какая, а. О, он меня больно бьет, короче. Отвали. Мы что, можем в рукопашку с ним драться, что ли? Нифига, не можем. А что делать-то? Погоди, если свалить отсюда. Не получится, да, от него свалить. Стой, стой, стой. Дай я пробегу, может, я где-нибудь наверх куда-нибудь залезу. Иди нафиг. Оп. Ай, ну я же хорошо стреляю по нему, что еще надо-то? Нет, драться что-то с ним не варик, да? Давай хотя еще раз попробуем, может подраться получится. Ой, ты чего? А, да, вот. Сворачиваюсь. Не, ну он мне сильно ударил, сильно. Надо, подожди, сейчас подхилимся маленечко. Все, отвали. Оп. Не, он, в принципе, когда прыгает, нормально. Можно от него убежать. Ой-ой-ой. Да ты чё такой?
Блин, как-то странно, а чё как с ним воевать-то? Давай стрелять будем пробовать. Не зря же нам парабеллум дали. Он яростный становится, смотри какой. Оп. Ладно, фиг с ним, мы, конечно, от тебя сейчас увернемся по-любому. О, стреляй, 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 стреляй. А чё такое, почему не стрелял-то? Я не ту кнопку просто нажал. Ну-ка еще раз давай пробуем. Не, в принципе-то нормально же получается. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё меня прессуешь так сильно? Подожди, не надо так. У меня всего 17 патронов-то осталось. Да ну ты чё? Надо, наверное, от него как-то попытаться убежать. Он меня хорошо же в тот раз схватил как-то. А, не-не-не-не-не-не-не, хорош сейчас опять прибьет. Прикинь, патроны-то постоянно одинаковое количество, значит все нормально. Надо пробовать стрелять. Патроны как будто бесконечные, 20, как было 20. Перезаряжаешь их опять 20. Давай, давай пробуй. Не получилось. Не, надо с пистолета его. Вот зверюга-то, а. Ладно, раз пистолет есть, надо убегать, главное, отсюда от него. Что? Потому что он... А, вот. Давай, давай, постреляем. Ой-ой-ой, вроде хорошо что-то получилось с ним, да? Надо только выжить. Только выжить главное. Пошел нафиг от меня. Пошел нафиг. Смотри, ему больно вроде, да? Так, ладно, еще раз пробуем. Очередной заход. Да ты че, а? Опять меня он взял. Пистолет мой, ты че, отдай пистолет. Тензин вовремя, вообще нормально, все, молодец. Но мне-то что делать, мне пистолет надо забрать. А он свалит, наверное, сейчас, да? Все, прикинь, он свалил. Ну ты красава, вообще спас меня в очередной раз. Это еще что за зверюга? Вот эта зверюга нам попалась, капец. Давай, подсади. Я подсажу тебя. Или давай я тебя подсажу. Ты мне, главное, потом помоги как-то забраться тоже. И как я туда заберусь? Все, теперь я. Ох, нифига себе ты. Хоть бы предупредил, а то я даже вот только-только отошел, прям по башке мог попасть. Все, пошли дальше. Подвинься! А-а-а, как так-то? Вот пошел. Давай залезай. И как я туда заберусь? Все, жди меня, сейчас я приду. Что-то я поторопился. Давай, ты, в общем, прыгай. А я за тобой аккуратно. Сейчас, когда ты залезешь, а то мы вдвоем там не смогли залезть. Оп! Да как так-то опять, а? Вроде нормально прыгал. Ладно, надо разбежаться получше там. Идем, давай, залезай. И как я туда заберусь? Только ящиком аккуратно опять кидай. Никто! А, ну он что-то кричит там, что типа, отойди там. Ну я же не понимаю по-тибетски, чё ж ты.
Английский-то не выучил. Тихо, тихо, тихо. Ай, да как так-то, а? Все меня мотыляет. Ну, давай, здесь надо разбежаться. Вот, сейчас получится. Давай, быстрее, быстрее сразу залазь. Во, и пистолет есть. Что патрончики, тебе, хорошо. Идем сюда. Видал, что тут сокровища дают? Бронзовое харамовое украшение. А теперь надо подумать, куда дальше. Ну, здесь, наверное, просто за сокровищем за этим, да, нужно было прыгнуть. Сейчас я иду к тебе обратно, чувак, жди меня. А, вот я здесь бегал, река вот бежит. Так, дальше ты куда мне предлагаешь? Ну, что делать-то? Ну, давай показывай дорогу, ты здесь больше знаешь, чем я. За веревку, что ли? Да я могу улететь так. Ну, давай пробовать. Пробовать за веревку зацепиться. Вряд ли, конечно. Оп! Вот тебе и оп. Не, ну он стоит здесь. Может быть, все-таки надо... поближе просто как-то подойти. Раз, два, три. Нет, не вариант. Куда? А, вот, а если... не, ну туда смысл нам прыгать, мы там были же. Нам надо вот туда как-то, наверное, да, забраться. А. Так, там мы лазили, это наверху было. Ну вот здесь, я не знаю, может быть здесь все-таки что-то должно быть. Но тут некуда больше. Все, здесь тупиковая пещера, больше идти некуда. И этот молчит, ничего не говорит. Куда ты хочешь, чтобы я прыгнул-то? Ну-ка, подожди. Давай-ка попробуем стрельнуть куда-нибудь. Ящик же на краю лежит, а? Вот и все, делов-то, ё-моё. О, отлично. Погнали. Вот такие бывают. И такие бывают затупы. Можно было быстро все пройти уже тут. Все понятно, разгадали. Давай дальше. Догоняй, а то и так мы время немного потратили уже на это все. Во, вообще высоко уже, все. Если отсюда упасть, то точно разбиться можно. Лестница? Ну, откуда здесь вообще лестница? Смотри, храм какой-то. Ледяное сердце, ребята. Посмотрим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Поставьте лайк видео и продолжаем играть.